Столице удалось снизить износ сетей и сократить нормативные потери электроэнергии почти до 10%. Это промежуточные результаты инвестпрограммы. Она рассчитана до 2025 года. В этом году на модернизацию энергосистемы Астана по проекту «Тариф в обмен на инвестиции» выделили еще более 6 миллиардов тенге. Его реализацию проверили сегодня в Комитете по регулированию естественных монополий. Представители ведомства посетили также объекты, на которых в прошлом году завершились работы на общую сумму в 4,6 миллиардов тенге. Мы сейчас посетили все четыре объекта. Все четыре объекта вы сами видели. Состояние, аварийное состояние. План завершения работы до отопительного сезона, начала сезона. Снижение износа будет, уменьшение технологических нарушений и сокращение потери электроэнергии. Нормативные потери, которые у нас утверждены, они уменьшатся. Сейчас факт у нас 9,8%. В конце прошлого года корректировали тариф. С учетом дополнительных инвестиций, с учетом повышения заработной платы для сотрудников коммунальных предприятий. В этом году у нас идет мониторинг исполнения инвестиционной программы, также и тарифной сметы. На следующий год около 5 миллиардов уже предусмотрено.